Знаю дело, там найду. Только мне не говори, что там слышь плохо. Праздник двора на Ивастика 64 собрал детей со всего микрорайона. Мальчишки и девчонки пришли на открытие новой развлекательной площадки. Малышня играет в догонялки, состязается на скорость по преодолению паутины, танцует. А взрослые в это время отдыхают рядом на скамейках. Мы сегодня организовали праздник в честь открытия площадки. Ну и у нас был праздник недавно, День соседей. Так как у нас тут ТОС и Васика, большой, 4 дома, мы решили всех эти праздники объединить и сделать вот такой вот со взрослыми, с детьми. Жители довольны результатом работы строителей. Детям теперь есть где поиграть, а старшем поколении тоже не забыли. Обустроили отдельное место для посиделок. В основном все были за площадку. Ну как без площадки? Она у нас маленькая была, качелька, да что еще, и горка стояла. Вот и вся площадка. А сейчас вы видите, какая площадка. Детей очень много. Это уже вторая масштабная детская зона в округе. Год назад здесь появился спорткомплекс с уличными тренажерами. Один из самых затратных в городе. Но результат оправдывает средства. Турники пользуются спросом у юных атлетов. Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс.